Все как в жизни, ребят. Сейчас все хорошо, а проблемы начнутся позже. Сейчас мы догоняем все. Сейчас. Вот они сейчас разделились. Сейчас мы этого будем пытаться пристрелить. Ну, не так быстро, конечно. Блин, слава богу, не слетели. Здесь основное проклятие этого квадроцикла вот именно в этом, что ты с него постоянно слетаешь, как сволочь. Ну, в городе-то мы их вряд ли пристрелим, ребят. Это просто фактически это невозможно. Хотя можно было бы попытаться, я уже говорил, мне слезть и просто из этого, из калаша попытаться их снять. Но не будем рисковать. Так, все. Съел, хорошо. Осталось двое. Так, впереди мост. Все равно сложно, все равно каждый раз не знаешь, как его перелететь. Ну, сейчас-то мы идеально перелетим как раз. Черт, мазафака. Ну и что? Могла бы, кстати, в упор его расстрелять, и ничего, но она что-то застыла, растерялась, что ли. Девушка все, блин, твою мать. Вот это хуже всего, что ты все время с него слетаешь. Ну? Уже удрал, смотри. Невероятно скоростной. Ну да, фу, с дураками. Какие уж они дураки, они не дураки. Очень даже умные. Да, кстати, если отпускать газ, то легче. Стоп. Да ты не беги за мной, господи. Стоял бы там, ждала. Нет, побежала. Вот с последним сейчас надо будет разобраться.